Крупный теракт произошел в столице Афганистана, в самом центре Кабула, так называемом правительственном квартале. Вблизи здания Национального управления безопасности, миссии НАТО, посольства США и президентского дворца на воздух взлетел заминированный автомобиль. Взрыв был такой силы, что повыбивало стекла в соседних строениях. Сразу же завязалась ожесточенная перестрелка. Как сообщается, в здание силовиков попытались прорваться боевики и террористы-смертники. Бой продолжался около получаса. В результате есть погибшие. Власти говорят о семерых, но местные СМИ сообщают о 30. Пострадавших, согласно последним данным, уже более 300. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан».